беспроводные наушники с передовой системой шумоподавления. Сегодня у нас на обзоре наушники Sony, модель WF-1000XM4. В комплекте прилагается кейс, две дополнительные пары вкладышей, зарядный кабель Type-C и пользовательская инструкция. Кейс обновленной модели стал более компактным, крышка откидывается и фиксируется. В качестве материала изготовления используется матовый пластик. На передней панели находится световой индикатор, демонстрирующий уровень заряда встроенного аккумулятора. На задней же стенке расположен порт USB Type-C для подзарядки. Магнитное крепление крепко удерживает наушники, при этом достать их максимально просто. Наушники получили защиту от брызг и капель воды по протоколу IPX4. На внешней стороне капеля расположены декоративные бронзовые элементы, за которыми скрываются микрофоны, а матовые круглые вставки – сенсоры для управления гарнитурой. Благодаря эргономичному дизайну и форме, наушники надежно фиксируются в ушах. Также в комплекте предусмотрены две дополнительные пары вкладышей из полиуретана. Внутри установлены 6-миллиметровые динамики, которые обеспечивают качественное звучание в диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц. Модель оснащена интегрированным процессором V1 для обеспечения активного шумоподавления. А микрофоны с двойными датчиками шумов улавливают большинство окружающих звуков от шума поезда и гула на улице до шума ветра. Подключение к совместимым устройствам трансляции звука происходит при помощи модуля Bluetooth. Гарнитура также поддерживает технологию сопряжения Google Fast Pair для быстрой установки связи со смартфонами на базе Android и Microsoft Swift Pair для соединения с гаджетами на Windows 10. Заряда батареи хватит на 8 часов работы с использованием функции шумоподавления и на 12 часов без нее. Также два раза можно полностью подзарядить наушники от кейса. Всего 5 минут подзарядки от кейса подарит еще час проигрывания любимой музыки. Подведем итог. WF-1000XM4 – обновленная модель беспроводных наушников Sony с передовой системой шумоподавления, которая станет идеальным компаньоном в течение всего дня.